Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту без вложений. Клон АДС, как-то так называется. Был проект на предстарте. И, походу, он тут стартовал. Я сегодня зашла в него. Значит, и вот здесь уже пошли какие-то, ну, вот пополнения. Это топ активных людей, кто пополнился. Но проект без вложений, как я сказала, так. Давайте переведем на русский и посмотрим. Ну, до $10 за один рекламный клик. Ну, тут это все и лучше за все время. Значит, уже идут пополнения. Кто-то покупает места себе. Значит, ну, регистрация здесь простейшая. Я показывала в прошлом видео, поставлю я оригинал, зайду в кабинет, логин, и попала в кабинет. Значит, что у нас на сегодняшний день? У меня есть один, не сказала, при регистрации нам дается бонус 300 бабс монеток. Так, бесплатно. Это нулевая группа. Но здесь тоже группы есть, как бы. Так вот, группы. Вот 100 бабс, 2000 бабс. Это нулевая группа. И 2000 бабс. Это уже идут платные ссылочки по 12 центов в день. Так. Значит, рекламы здесь, конечно, очень много. Так, что еще я хотела вам сказать? Я хочу пополнить, сделаю депозит. Вот. С Pair кошелька, потому что Perfect Money здесь еще идет в разработке. Я рискую, друзья, своими деньгами. Вы же, если кто захочет присоединиться, не вкладывайте сюда свои денежки. Работайте, пока я не проверю его на вывод. Без вложений. Здесь есть вопросы-ответы. Так, вот факт. Вопросы-ответы. И там четко, ясно написано, что зарабатывать без вложений можно. Так. Давайте я сделаю сначала депозит. Нажимаю депозит. И здесь вот платежные реквизиты. И вот Perfect Money, он в разработке, видите, красным. Я пополню на $1. Нажимаю депозит. И обратите внимание, нужно перевести вот так. Вот видите, сколько реклам здесь. И вот эту сумму нужно перевести вот на этот адрес. И в комментариях перевожу на русский. Что мне здесь написано? Пожалуйста, отправьте выбранную сумму на счет плательщика, вот этот адрес. Когда вы делаете платеж, пожалуйста, вставьте в комментарий после следующего. Так, мое имя пользователя, вот это слово. Так, вот это все надо вставить. Так, в ближайшие 5 минут-2 часа мы обработаем ваш платеж вручную. И если вы не поместите этот текст, как бы не вставите в поле, мы не сможем назначить платеж для вашей учетной записи. Вот это надо иметь в виду. Значит, я поставлю на паузу и пополню платеж. Значит, смотрите, я вставила номер кошелька и комментарий, мой юзернейм из Елена. Я закидываю $1, как бы, чтобы быть сразу, мне уже завтра будут по идее доступны денежные ссылки, так, как бы, по 12 центов, не сегодня, а завтра, как бы. Ну, значит, нажимаю перевести. Так, сейчас пароль вставлю этот. Так, перевод успешно выполнен. Так, все, я возвращаюсь. Нажимаю дашборд. Ну что,
И завтра мне уже, здесь у меня будет как бы $1. Я сделаю рекламку, и у меня уже будут денежные ссылки. На сегодняшний день у меня одна реклама, вот эта, и 10 таких рекламок. Давайте я нажимаю VIP Bubs, и вот у меня одна рекламка. Так, опять нажимаю. И вот загружается шкала, обратите внимание, одна. Идет отсчет времени. И таким же образом просматриваем денежные ссылки. Нажимаю коллект. Все, я вернулась. Нажимаю дашборд. Эту вкладочку закрываю. Так, и вот у меня 10 вот таких ссылочек денежных. Нажимаю. Возможно, это тестовый период. Так. Идет, я не знаю, но вот я вам показывала на главной страничке, да, что уже пошли, как бы, вот идет, опять загружается. Сейчас она загрузится. Все, нажимаю коллект. И меня перебросило, так. Возвращаю дашборд. Вот таким вот образом мы просматриваем здесь рекламку. Далее я уже как бы потом это все просмотрю. И что еще я хочу сказать, почему не вкладывать сюда денежку. Как я сказала, я рискнула своими средствами. Ну, что там, 60 рублей, 60-70, $1. Бог с ним. Значит, вот ниже партнерская ссылочка. Дело в том, что, друзья, я писала в поддержку, вот контакт, может, вот на этот адрес я писала сообщение, как бы у меня были вопросы, и, ну, через почту, естественно, мне приходил ответ, что адрес такой не найден, понимаете, в общем, я не знаю, возможно, что еще не до конца тут все сделано, но как бы адрес не найден. Посмотрим, что дальше. Поэтому я и говорю, что пока ничего не вкладывать. Вот. Проверю на вывод, а там время покажет. Вот здесь наш основной баланс на вывод. Ну, а это вот эта бабс монеты наша. Здесь посмотреть группу. Здесь количество рефералов почему-то у меня по нулям. Возможно, что ко мне никто и не пришел. В общем, посмотрим, кому интересно, присоединяемся, работаем. Вывод, естественно, будем проверять. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.